остановка – улица Кропоткина. Следующая остановка – Механический институт. Выход к троллейбусам номер 8А и 9. Механический институт. Выход к троллейбусам номер 8А и 9. Следующая остановка – школа номер 3. Или в Голубинск приехали. Да, на Азовск.
Классы всякие. Я был в салоне. На зоне. Потому что она печет. Шурухина. Выход к железнодорожной станции «Трактор». Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, к выходу готовьтесь заранее. Улица Шурухина. Выход к железнодорожной станции «Трактор». Следующая остановка – школа номер 12. Закрываются. Уважаемые пассажиры, троллейбус работает без конвертера. Пассажир обязан оплатить проезд сразу после входа в троллейбус. Оплачивайте проезд банковской или транспортной картой, приложив к одному из валидаторов, расположенных на поручнях. Для приобретения билета за наличный расчет, пожалуйста, входите в троллейбус через переднюю дверь. Оплата водителю при входе на остановке. На линии усилен контроль.
остановка автоцентр. Следующая остановка Тарифная улица. Улица. Следующая остановка – больница Ильича. Ильича. Следующая остановка – площадь Титова. Выход к заводу «Титан Баррикады» и железнодорожной станции «Баррикады». Заводу «Титан Баррикады» и к железнодорожной станции «Баррикады». Следующая остановка – гимназия номер 14. Thank you.
14. Следующая остановка. Стадион «Монолит». Выход на улицу генерала Штеменко. Стадион «Монолит». Выход на улицу генерала Штеменко. Следующая остановка – Царицынская опера. Оплачено. Осторожно, двери закрываются. Оплачено. Уважаемые пассажиры, напоминаю. Пассажир обязан оплатить проезд сразу после входа в троллейбус. Троллейбус работает без кондуктора. Оплачивайте проезд при помощи валидаторов, расположенных на поручнях. Для оплаты проезда наличными, пожалуйста, обратитесь к водителю на остановке. На линии усилен контроль. Царицынская опера. Следующая остановка – Библиотечная улица. Остановка – Библиотечная улица. Следующая остановка – улица 39-й гвардейской дивизии. Остановка – улица 39-й гвардейской дивизии.
Следующая остановка – ярмарка «Восток». Выход на улицу Рихарда Зорги. Восток. Выход на улицу Рихарда Зорги. Следующая остановка – площадь Возрождения. Площадь Возрождения. Следующая остановка – Дворец спорта. Осторожно, двери закрываются. Остановка – Дворец спорта. Следующая остановка – Мамаев курган. Выход к мемориалу. Осторожно, двери закрываются.
пассажиры. Троллейбус работает без кондуктора. Пассажир обязан оплатить проезд сразу после входа в троллейбус. Оплачивайте проезд банковской или транспортной картой, приложив к одному из валидаторов, расположенных на поручнях. Для приобретения билета за наличный расчет, пожалуйста, входите в троллейбус через переднюю дверь. Оплата водителю при входе на остановке. На линии усилен контроль. Осторожно, двери закрываются. Закрываются. Мама, какая наша? Уважаемые пассажиры, пожалуйста, помогите пожилым людям при входе в троллейбус и выходе из него. Возраст достоин уважения. Улица. Выход к диспансеру и детской инфекционной больнице. Осторожно, двери закрываются.
Уважаемые пассажиры, не забывайте оплачивать проезд. Прикладывайте карты к валидаторам на поручнях. Для приобретения билета за наличный расчет, пожалуйста, входите в троллейбус через переднюю дверь. Оплата водителю при входе на остановку. Троллейбус работает без кондуктора. Уважаемые пассажиры, будьте бдительны, следите за сохранностью своих вещей и ценностей. Приходно.